Game. Всем здравствуйте. Сегодня мы с вами вместе посещаем самый, наверное, главный российский фестиваль популярной культуры, 9-й уже по счету, который проходит в городе Санкт-Петербург 5 и 6 декабря, то бишь в эти выходные. Сегодня здесь собралось огромное количество различных потрясающих элементов, в том числе и богема тусовки косплееров. Такого количества гиков в одном месте представить себе реально сложно, потому что этот фестиваль, он начинался с маленькой-маленькой гик-тусовки на 50-100 человек, и вот в этом году он проводится уже 9-й раз. Прямо рядом со мной сейчас проходит Евгений. Евгений — один из организаторов всего этого мероприятия. Женя, расскажи пару слов, что вообще в этом году планируется, о количестве стендов, о качестве мероприятия и вообще, в принципе, о том, что здесь происходит. Количество стендов, ну, как минимум, не меньше, чем в прошлый раз. Они, возможно, покомпактнее, но их достаточно много. Много интерактива заявлено, много квестов и прочего. По поводу развлечений, есть несколько сюрпризов и заготовок, которые в эти два дня планируется произвести. В частности, с грядущими «Звездными войнами». Ну, думаю, в ближайшее время мы это все увидим. Тоже фильма очень жду. Вот, кстати, прямо за нами, вот, Саш, покажи, огромный какой-то, не знаю, крейсер «Звездный». Что это такое? Это модель пиратской версии «Свинга». Ого, понятно, понятно. Я понял. Слушайте, ну на самом деле все здорово. Будем гулять, рассматривать, смотреть. Good game. Поехали. За моей спиной общий вид плановых стендов выставки AVEXPO 2015. Здесь вы можете увидеть основные зоны, которые присутствуют на данной выставке. Это очень наглядно, поэтому мы решили вам это показать. Условно можно разделить на несколько категорий. Это стенды, это различные магазины, которые продвигают свои бренды, свои товары, свои различные популярные гаджеты. Это партнеры выставки, соответственно, если брать предметно, это канал РЕН-ТВ, это студия комиксов Bubble, это, конечно же, Star Wars, потому что всеобщий тренд, выходит фильм, все очень и очень прям чувствуются всеми фибрами находящихся здесь люди, они прям ожидают этого. Вот. Различные развлечения, где можно поиграть, посидеть, сделано это в форме антикафе. Вот, вы приходите, забираете чай и садитесь с ребятами, с друзьями играть, соответственно, в настольные игры, либо в какие-то другие штуки. Вот. И, конечно же, синим помечены зоны, где у нас где у нас выполняют гримерку, гримирование, грим, накладывают грим косплееры и различные участники выставки. Помимо цифр, что можно сказать? Можно сказать, что выставка действительно удалась. Первый день уже практически подходит к концу. Мы продолжаем гулять, осматривать стенды и общаться с различными людьми. Пообщались с Викторией Кисемякой, это популярный блогер с Ютьюба. Девочка, которая знает очень-очень много всего про комиксы. Она действительно очень интересная, и с ней круто говорить. Ну и, конечно же, без профессионалов и сильных мира сего не обошлось. Команда «This is хорошо» в лице Сержа и Виталия дали нам буквально несколько слов и комментариев по поводу происходящего здесь. Виталий, расскажите нам, пожалуйста, как вам выставка в целом? Выставку пока еще не успели посмотреть, буквально 5 минут тут. Еще только начали первый круг делать, чтобы знакомиться со всем. Понятно. Я считаю, что вселенная Stargate очень плохо представлена. Фэндом отсутствует, судя по всему. Я недоволен. Звездные врата
бутафорский, я недоволен. Скажите, и последний вопрос, так как Ковен супергеройский. Если бы у вас была возможность на один день стать обладателем какой-то суперспособности, что бы это было? Наверное, я бы стал невидимым говняком. Понятно, спасибо огромное. Желаем удачи. Удачи. Расскажите, пожалуйста, если бы у вас была возможность на один день стать обладателем какой-то суперспособности, что бы это было? Я не знаю, я бы хотел быть не телепатом, телекинез. Вот, телекинез, круто, я бы швырял вещи. Я и так швыряю вещи, но так бы я мог швырять вещи на расстоянии. Здравствуйте, портал Good Game. Представьтесь, пожалуйста, расскажите, что вы здесь делаете и как вам выставка? Здравствуйте, меня зовут Марина Дворяткина, мой ник Дюймовочка. Скажите, с какой работы вы приехали в этом году? Собственно, сегодня я гуляю в образе Арии Старк, ее первый костюм из Винтерфелла, которым я была на спектакле. Вот. Завтра, возможно, буду в Лидии Диц. Мой персонаж – это Катарина из игры League of Legends. Я Миноптера из классических серий сериала «Доктора Кто». Это один из моих любимых персонажей сериала, и я очень хочу, чтобы люди вокруг знали, что «Доктор Кто» был до 2005 года «Десятого доктора», и эта серия, из которого мой персонаж, она 64-го года. Кельта Санстрайдер из игры Heroes of the Storm в черном варианте мастерскина. Сколько времени заняла работа над костюмом и как вам выставка? Выставка замечательна. Наконец-то я побывал в Питере. Я сам из Самары. Костюм у меня занял сколько? Ну, примерно месяцев 5 мы его делали. Все как бы ручная работа. Могу попрыгать, даже ничего не отвалится. Над костюмом работа заняла около месяца. Дольше всего пришивались полоски и искался мех. Работа над костюмом заняла где-то месяц. Таких общих усилий с девушкой. Расскажите, сколько времени заняла работа над всей этой прелестью? По-разному, на самом деле. Ты собираешь костюм, начинаешь, например, с прошлого фестиваля уже собирать новый костюм постепенно. То есть трудно сказать, вот такое-то время, то есть, например, месяц, два, три, да, трудно. То есть ты постепенно что-то делаешь, что-то подделываешь там, и тому подобное. Замечательная выставка, то есть с каждым годом все лучше и лучше. Конкретно мой персонаж Виза Смар относится к Старой Республике Звездных войн. В целом, несколько месяцев занимает работа. По сравнению с прошлым годом, мне гораздо больше нравится организация зала и сцены. То есть он намного удобнее. В каких еще выставках принимали участие? Был в Москве на Киноде. Понятно. И у нас в Самаре проводятся каждый год такие, знаете, аниме-квартирники. Уже участвовали в подобных ивентах? Да, на Старконе мы, пожалуй, в первый раз были в России, поскольку я из Беларуси. А у себя дома мы периодически выступаем. Ну, выставка, как сказать, как обычно, ламповая, достаточно приятно видеть людей. Все друзья, все знакомые из Москвы приехали, тоже знакомые. Мы недавно были в Москве на Игромире. Да, мы вас видели там. Да, вот. Ну, как бы все здорово, очень приятно видеть людей. Новые косплеи. Очень много нового хорошего косплея, это приятно. В этом году все получше, чем в прошлом. Вам больше нравится? Наверное, да. Наверное, лучше, если сравнить меня с прошлым годом, то получше. Скажите, пожалуйста, как вообще в целом вам тенденция развития современного русского косплея сообщества и чем оно принципиально отличается от европейского и западного? Побывав на европейских фестивалях, могу сказать, что в России косплееры на достаточно большом уровне. Я даже сказала, что у нас некоторые ребята более достойные, чем ребята на Западе. Вот. Но, к сожалению, на Западе ребята о нас практически ничего не знают, о России. Вот. Очень жалко. Я надеюсь, что такие фестивали, как StarCon и EvoExpo, они помогут узнать Европе о нас. Я, например, на своей страничке в Фейсбуке и так далее всегда ребятам показываю, рассказываю, показываю. Различия, да, какие-то? Да, различия они видят, как бы, и там видеоролики, фотографии, как у нас это все есть. Но, в принципе, у нас очень большой рост в этой сфере, поэтому мы, в принципе, уже догнали, осталось только показать миру. Вы знаете, на самом деле я видел многие косплеи с того же Комик-Кона, и, ну, как бы, безусловно, это не Комик-Кон, но здесь есть очень качественные работы, что вот в прошлом году, что в этом. То есть вот мне кажется, что люди относятся, так как субкультура еще не так развита, более внимательно к этому. Это так или нет? А у нас в России относятся к этому, я бы сказала, даже более внимательно, чем в Европе или в Америке, потому что у нас очень, так сказать, развита, в кавычках, критика.
Вот, и поэтому это же нас самих и подстегивает, делает вплоть все до мелочей, до каких-то швов, петелек и так далее. Ну, у меня есть такое мнение, может кто-то с ним не согласится, что в России косплей выше уровня, нежели на Западе, если брать общий, грубо говоря, среднюю температуру по палате. Понятно. То есть, да, потому что у них, да, у них очень много хороших косплееров, да, но большая часть — это так себе косплееры, ну, то есть уровень так себе, средний. А у нас, если брать общий уровень, очень хороший. И вот постепенно, с каждым годом, российские, отечественные косплеи, даже не российские, а отечественные, то есть, в том числе, Белоруссия, Украина, уровень косплея очень сильно растет, это приятно. Ну, эпичнее всего, конечно же, выглядит американский косплей, но там и больше свободы, то есть, там можете встретить толстую негритянскую Бель. У нас больше следует канону и детализации, и уделяют больше внимания отыгрышу, и мне кажется, что это плюс. Скажите, как вам вообще общие тенденции развития российского косплея по отношению с Европой, Западом? Вы знаете, в принципе, радует. Больше, скажем так, более серьезных костюмов, более каких-то конструкций. Это как бы идет сейчас только ввысь, это радует. То есть, понятно. Развивается стезя. Российский косплей за последние 3-4 года, сколько я за ним слежу, вырос значительно вообще, в принципе, по уровню. И даже если местами кажется, что не появляется новых принципиально каких-то более шедевральных костюмов, хотя они появляются, то общий уровень все равно вырастает. Скажите, и последний вопрос. Если бы у вас была возможность выбрать одну суперсилу на один день, что бы это было, Алая Ведьма? Это было бы перемещение в пространстве. А у вас? Прохождение сквозь стены с помощью дверей. Ну, я более беспонтовая, я могу переместиться в банк, забрать все бабло, переместиться в разные места за это время. А я могу через двери проходить. Всего на один день, какой профит? Ты не сможешь унести из банка деньги, а я смогу watch. Мы так себе супергерои. Понятно. Нет, вообще мы лучшие супергерои, мы просто прикалываемся. Продолжаем наш репортаж с выставки AvaExpo 2015. Мы видим вокруг множество разных интересных стендов и много людей, которые являются посетителями данной выставки. И действительно, было бы интересно сейчас пообщаться и узнать чье-то мнение о данном мероприятии, что было найдено здесь интересного. И, вот, замечательно. Молодой человек, простите, можно вас на минуточку? Да. Вы не могли бы немножко... Простите мне глаза, что это такое? Не могли бы вы рассказать нам свои впечатления о мероприятии, которое тут сейчас проходит? Ну, как сказать, я здесь в первый раз. Вот, билет мне купила мама. Мне здесь нравится. Здесь много интересных людей, девушек, на которых можно посмотреть. Вот, таких косплееров в красивых костюмах. Я мало чего понимаю, вот смотрел... Пони разглядывал, стоял. Как-то так. А понравился ли какой-нибудь стенд особенно? Может быть, нашли что-то безумно крутое специально для себя? Ну да, тут много интересных косплеев. Мне понравился вот косплей во вселенной Толкина, их стенд. Так и, конечно, «Звездные войны». Есть какие-то особенные ожидания, допустим, от выступления на сцене или ждете ли чего-нибудь, какого-нибудь яркого события сегодня? Да не, завтра на самом деле в школу, надо подготовиться. У меня контрольная по физике, поэтому вряд ли. Окей, спасибо и удачи на контрольной. А мы продолжаем. Друзья, гуляя по выставке AvaExpo 2015, мы встречаем самых-самых разных людей, в том числе и профессионалов медиаблог-индустрии. Виктория, расскажите нам, пожалуйста, как давно вы увлекаетесь комиксами, комикс-вселенными, и что для вас вообще все это значит? Давно увлекаюсь, с детства увлекаюсь, правда, в какой-то момент это было там затишье, развитие и так далее, но это нормально, на самом деле, в истории любых увлечений, мне кажется. Это для меня значит много, потому что я получаю от этого удовольствие. В нашей жизни обязательно нужно делать то, что хорошо и приносит удовольствие. В связи с этим вот еще и несу это удовольствие в массы.
И это правильно. На самом деле портал у нас киберспортивный, но есть огромное количество людей, увлекающихся современной поп-культурой. Расскажите, как вам фестиваль в этом году? И были ли вы тут в прошлом, позапрошлом годах? Да, была и в прошлом году, и на всех мероприятиях Geekers я стараюсь присутствовать, меня приглашают, спасибо большое организаторам. В этом году все здорово, фестиваль прямо сейчас на глазах становится все более и более людным, потому что мы пришли с утра, было, конечно, еще просторно, теперь уже нет, не просторно вообще ни разу. И это здорово, потому что меня всегда очень радует, что есть вот такая вот возможность куда-то сходить, встретиться с людьми, которые имеют те же самые интересы, что и у тебя. Ну, это большой плюс, и хорошо, что он проходит в нашем городе. Это здорово, да. На самом деле мы долго ехали из Москвы и тоже очень хотели посетить фестиваль в этом году. Спасибо организаторам отдельно, что пригласили нас сюда. Вика, расскажите, пожалуйста, какая ваша самая любимая комикс-вселенная? Я люблю DC. Я фанат DC, я говорю об этом. Это не значит, что как бы остальные вселенные, издательства и прочие мне чужды. Нет, конечно, просто так вышло, что больше я люблю именно DC. Детектив комикс. Да. Следовательно, мой второй вопрос, который я хотел вам задать, видимо, уже знаю, что вы ответите. Какой фильм больше всего вы ждете в 2016 году? Ну да, ответ, наверное, очевиден. Я, конечно же, жду «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости. Очень жду «Отряд самоубийц», но при этом, конечно же, жду «Гражданскую войну», просто потому что это такие серьезные работы в, скажем так, индустрии комикс-фильмов как таковых. Ну, конечно, их надо смотреть, надо ценить и вообще понять, что они там такое наснимали. Да, на самом деле я соглашусь с вами, мне тоже больше нравится DC, хотя знаю, что есть огромная армия фанатов Marvel. Вот. Как вы относитесь к новому образу Бэтмена, к новому актеру в этом образе? И как вам вот предыдущие и классические работы в киноиндустрии, конечно же, в отношении образа Брюса Уэйна? Ну, про Адама Веста не буду ничего говорить, Адама Веста трогать нельзя. Нет, на самом деле, Бен Аффлек очень долго искал, какого бы супергероя ему сыграть. Сыграл «Сорвиголову» зачем-то. Ну, давно это было. Да, кушать, наверное, всем надо. Но вот, у него не вышло, он сам это понимает. И это очень хорошо, что он это понимает. И теперь он подошел совершенно все по-другому у него с подходом к супергерою. И я думаю, что там все будет отлично. Потому что то, что я видела в тизере, в трейлере, мне нравится. Несмотря на то, что все считают, что вот, у него там, он похож на обиженного медвежонка. Вот это вот. Такого менеджера среднего звена, у которого проблемы с алкоголем. Да, есть такое немного. Но с другой стороны, ведь это как раз именно тот самый образ, который они пытаются создать, потому что у Брюс Уэйна не все хорошо. У него его работа в качестве Бэтмена, его служба, значит, на стороне добра принесла ему очень много негативных эмоций, понятно, травм психологических и так далее. Там он не может быть добрый, веселый и замечательный. Понятно, да. И он, в принципе, никогда не был добрым и веселым и замечательным в комиксах, если мы говорим про классического Бэтмена, который появился из такой вот психологической травмы, как смерть родителей. Ну, вообще, насколько я знаю, Бэтмен берет свое начало аж в детективных, в комиксах детективного жанра от 39 года. Да, да. Соответственно, я грешен, я читал выпуски, наверное, начиная с 80-х, потому что тоже... Ну, это нормально, это то, что проще всего найти, да, то, да, что да. есть в открытом доступе, да, да. и иногда даже переведено, потому что обычно все-таки надо еще и в оригинале все читать, потому что у нас переводом комиксов, к сожалению, занимаются не так много людей, как хотелось бы, а жаль, потому что я желаю этим людям удачи, они делают хорошее дело. Да, это важно. Скажите, какие стенды на выставке вам понравились больше всего, и какое основное отличие вы видите AvaExpo от StarCon? Ну, мне очень понравился X-Wing. Я посидела в X-Wing. Это новье, у нас такого не было еще ни разу. Стенд Дэдпула приехал прямо практически с Комикона, потому что на Комиконе был гигантский стенд Дэдпула. Сейчас там замечательный косплеер, в такой очень качественный косплей делает. В чем отличие? Отличие, на самом деле, концепции всех конвентов, они одинаковые. Если поехать в Комикон Сан-Диего, там, естественно, будет примерно то же самое, только, ну, понятно, что они уже не первый год это делают, а мы не так давно начали. Но в связи с этим здесь главная атмосфера, главное креатив, который имеет место быть, и возможность даже этим маленьким магазинчикам, которые здесь устраивают свою ярмарку, тоже возможно, может быть, показать свой товар и рассказать, что смотрите, у нас есть плюшевый Бэтмен, и это круто на самом деле.
Ну, вот, даже если отличий нет, все равно каждое мероприятие как первый раз классно, хорошо. Скажите, как относитесь к «Звездным войнам», к вселенной, к тому, что фильм выходит новый? Жду, конечно, жду не без нервотрепки, потому что большая у Абрамса ответственность, да, которая сейчас на его плечи легла. Ну вот, плюс там еще терки какие-то внутри корпоративные, что там чуть ли не Лукаса вообще отстранили от этого всего. Я вот читаешь и думаешь, господи. Что-то было, да. Что они там опять придумали? Ну вот, я надеюсь, что все будет хорошо, потому что есть потребность в этом. И команда, которая снимает, они понимают, что вот они делают очень важное. Огромная ответственность возложена. Да. Ну вот, поэтому люблю это дело, жду, конечно. Посмотрим, что получится. Понятно. И последний вопрос. Скажите, если бы у вас была возможность на один день стать обладательницей какой-то сверхспособности, что бы это было? Прям на один день? На один день неинтересно. Все мои любимые способности, типа вечной молодости и телепорта, надо использовать постоянно. Но я все-таки, наверное, выберу телепорт. Понятно. Спасибо. Очень, кстати, многие выбирают именно телепорт. Потому что пробки. Актуально для мегаполиса. Спасибо огромное. Спасибо. Экспо день 2. Всем привет, Good Game. Сегодня тут пока не сильно многолюдно, но косплееры уже разминаются вовсю. Общий вид на второй зал мы так вам вчера и не показывали. Дело все в том, что здесь немного по-другому, нежели в прошлом году. Если вы помните, сцена была справа от меня, теперь она прямо сзади. Таким образом достигается большая площадь вместимости этого зала. Пульт звукорежиссера находится на втором этаже. Также операторская стойка находится посередине зала для удобства от снятия дефиле. Ведьмочка какая-то, да? Огромное количество... Да, спасибо вам. Огромное количество качественных косплеев по вселенной Star Wars. Вот. Квай-Гон. Совсем уже не молод, Квай-Гон. Вот. К сожалению, вчера мы также гуляли по стендам. Здесь есть отличный стенд Star Wars, но по каким-то причинам актеры с этого стенда общаться с нами не захотели. Они это объяснили тем, что у них есть строгое распоряжение от руководства ни с кем не говорить и никак не комментировать свое выступление. У них очень сложный твердый график. Ну, не будем мешать профессионалам, это... Действительно, дорогого стоит, что они только приехали сюда. Отдельно хочу отметить, что мы встретили много людей из дружественных стран, бывших республик СССР, которые приехали сюда, как нам и сказала Никита, для того, чтобы показать публике на дефиле свои костюмы. Кстати, вход для косплееров находится прямо здесь, во втором зале, вот с этой стороны. Тут вот пункт пропускания администрации охраны. Они проверяют браслеты, проверяют билеты и прочее. Я, кстати, когда приходил, мне сказали: пацанчик, что-то у тебя вот здесь вот браслетик спадает, может быть, ты его пытался снять. Я объяснил, что нет, не бейте по голове, все в порядке. Друзья, атмосфера на выставке AVEXPO 2015 очень плотная, рабочая. Народу тут очень и очень много. Удалось буквально на пару минут выцепить одного из главных организаторов этой выставки. Никит, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, во-первых, на что взять курс в этом году и про выставку. Во-первых, спасибо, что вы приехали. Спасибо, что пригласили. Да, вы приезжаете к нам каждый год, нас это очень радует. Смотри, в этом году у нас самый большой конкурс косплея. К нам приезжают со всей России уже и даже с ближнего зарубежья. То есть есть пару человек, которые с Украины, с Белоруссии. Да. И то ли из Германии, то ли из Израиля. В общем, к нам потихоньку начинают приезжать иностранцы. Да, это очень радует. Отбор очень большой, очень много заявок.
гораздо больше, чем в прошлом году. А в цифрах так вот, эмпирически? Просто косплееров, которых мы пустили по билетам косплееров, порядка 2000, и в конкурс у нас строго 300 человек. Да. То есть это вот 300, которые борются за денежные призы, какие-то подарки от партнеров, и 2000, которые радуют всех посетителей. Слушай, ну я видел, что залы переделаны, вы перенесли сцену, стало совсем по-другому, стало более круто, она прям в черных тонах оформлена. Скажи, какие основные моменты произойдут сегодня и что будет завтра? Ну, кроме того, что написано в программке, разумеется. Естественно, у нас, кроме того, что написано в программе, у нас, как ты видишь, много стендов фанатских. И в этом году они стали гораздо больше. Да, их много действительно. Их действительно много, и они сами по размерам большие. И на каждом стенде, на каждом, будь то Гарри Поттер, Звездные войны, My Little Pony, у всех есть своя программа, у каждого стенда есть свой интерактив. Это либо конкурсы по вселенным, либо это какие-то развлекаловки, веселухи. То есть помимо главной сцены, помимо лекториев с писателями, блогерами и приглашенными гостями, на каждом крутом фанатском стенде есть своя программа. Слушай, это на самом деле очень круто, что выставка приобрела такой формат, потому что из маленькой гик-тусовки превратиться в такой огромный фестиваль – это действительно вам низкий поклон. И последнее. Люди часто спрашивают после наших репортажей, так как портал у нас киберспортивный, но ребятам действительно все нравится, то, что вы делаете. В чем основное отличие Старкона от АВ-экспо? В принципе, Старкон летом, АВ-экспо зимой. Я думаю, это сейчас основное отличие. Дело в том, что размер фестиваля, что одного, что второго, увеличивается с каждым годом, и культура популярная, она, получается, настолько уже немного смешалась, что из-за того, что мы хотим видеть больше интересных стендов, больше косплееров, сейчас очень размыта разница, размыта. Да, граница размыта. Ну, в принципе, Старкон больше фантастики, там есть научная зона, приезжают туда космонавты, которые в космос летали. Да, это я знаю. Да. Были. К сожалению, не были. На Старконе в этом году не смогли. Да. Что было интересного? Расскажи в двух словах буквально. На Старконе, меня больше всего порадовали космонавты. Я зашел один раз в лекторий. У меня, как у организатора, времени не особо много. Я захожу в лекторий, смотрю, там кадры. Мне сначала показалось, что это показывают какие-то трейлеры по «Марсианину». Оказалось, что реальные кадры с GoPro в космосе снимают, как они там прикрепляют, находясь в космосе. Понятно, да. Это вау, настолько продвинулся прогресс, и очень здорово, что благодаря таким фестивалям, во-первых, к нам приезжает Федерация космонавтики, мы с ними сотрудничаем, к нам приезжают космонавты, им самим по кайфу разговаривать с поклонниками фантастики и всего такого. Фестиваль АВ-экспо. Поистине уникальное явление. Мы находимся на троне Ткачихи Хаоса, богини темных дроу из вселенной Forgotten Realms, госпожи Лолс. Поистине жуткий персонаж, но хорошо, что это хаотическое зло приютило нас. Мы отдыхаем на этом фиолетовом троне зла. За моей спиной находится единственный, наверное, стенд по вселенной Stargate. Отдельно хочется отметить, что здесь вселенная представлена как-то очень-очень скромно. Вот одним этим стендом и маленьким столиком с продаж. Слева от меня огромная-огромная очередь за селфи. За селфи со Стасом Давыдовым. Это лицо
проекта «This is хорошо». Проект имеет огромную аудиторию на видеохостинге YouTube и является одним из лучших и самых известных, узнаваемых проектов Рунета. Поэтому огромное количество желающих, аж практически от входа до середины зала. Стоит отметить, что очень много качественных стендов, как уже много раз вам говорил, по «Звездным войнам», по вселенной «Биошоку». И отдельно стоит отметить комик-фан-зону, в которой проводят мастер-классы. В прошлом году она здесь также была представлена. В этом году лидеры редакции Bubble рассказывают о том, как они рисуют комиксы. Bubble — это отечественный издатель, который не так давно пришел на рынок, но уже набрал достаточно широкую аудиторию и активно продвигается на различных гик-тусовках и вот таких вот больших ковентах, как, собственно говоря, Ava Expo. Что ж, боевой истребитель повстанцев из Star Wars модели X-Wing уже готов отлететь в далекую-далекую галактику, а возможно в систему Dagobah на поиске мастера Йоды, который укрылся там. Нам об этом неизвестно. Что можно сказать? Выходные в Санкт-Петербурге поистине удались. Ковент Ava Expo подходит к свою завершающую стадию. Тут уже вот-вот отгремит последнее дефиле. И именитый приз в 150 тысяч рублей будет вручен лучшему по версии жюри косплееру. Ну, а мы вынуждены откланяться. Сказать вам всем огромное спасибо. И, конечно, сказать спасибо организаторам данного мероприятия, что они из года в год приглашают нас сюда и позволяют нам делать для вас какие-то вот такие скромные обзоры и ролики. Стоит отметить одно, что в этом году 30 тысяч человек, как стало известно по последним известиям информбюро. И не зря вчера в интервью с Викторией я оговорился, что гик-культура равна поп-культуре. Вот будучи вот на таких вот эволюционировавших огромных капустниках, можно смело сказать, что это так. Наконец-то стал приближаться к нашей... Здравствуйте. А что вы снимаете? Мы снимаем видео. Поздравляю. Спасибо вам большое. Спасибо. А вы этого Англию не видели? Кого? Как чувака. Английский форме времен Первой-Второй мировой с огромными бровями и шухером большим. Нет, вы знаете, я не видел. Я обязательно буду поглядывать. Константин, вот может быть, вы его ищете, нет? Джон Константин. Нет. Нет? Нет, мы ищем Англию. Англию ищем. Да. А я Швеция. Если увидите... Старый свет, да. Хорошо, я обязательно буду поглядывать. Спасибо. Буду поглядывать. До свидания. Как я и говорил, огромное количество эпатажных личностей, которые вот так вот просто подходят к вам и разговаривают. Потому что здесь все совершенно иначе. Атмосфера доброго капустника, где каждый друг друга знает. Тут есть абсолютно все, от поклонники постапокалиптики до пунилюбов. До поклонников... Извините, ребята, я не хотел никого обидеть. До поклонников цветных единорогов, которые действительно делают жизнь лучше. Что ж, всем еще раз огромное спасибо за просмотр. Обязательно оставляйте обратную связь внизу в комментариях на Гудгейме и Ютубе и ставьте лайк, потому что именно таким образом мы сможем продвигать видео в ладере вверх. С вами был Александр Чигиринский, мой бессменный оператор и друг, и ваш скромный слуга Манти, Станислав Попов. Всего вам доброго. Приезжайте в следующем году, смотрите, изучайте, участвуйте.